Здравствуйте. Значит, сегодня мы с вами поговорим о рубанках, переносных рубанках. Ну, рубанки есть, значит, уже на станках уже непосредственно. Вот есть переносные рубанки такого плана, вот такого плана. Здесь вот даже на нем написано, значит, максимально допустимые нормы, ну, не столь важно. Значит, здесь он, значит, берет захват его ножей. Ну, я его приобретал давно уже. Ну, вот здесь вот получается, значит, 10 сантиметров, 10 сантиметров, да, 10 сантиметров, 2 миллиметра. Ну, значит, вот такого плана. Хороший рубанок, служит у меня уже давно, значит, где-то, ну, 10 лет это точно. Служит, значит, можно использовать его, как вот станочек вот так поставили, значит, здесь вот винтами закрепили. Можно, значит, вручную, все замечательно, все хорошо, но тяжеловат. Тяжеловат уже, как говорится, где-то мелкое что-то с ним уже не поработаешь. Можно ручным рубанком, но кое-где, значит, ручным не пойдет. Решили приобрести другой вариант. Рубанка вот сейчас вот приобрели, еще не смотрели, сейчас посмотрим вместе с вами, оценим, стоит его покупать или не стоит. Значит, ну, тоже рубанок бюджетного варианта. Значит, конечно, такого же плана есть и дорогие, но, как говорится, взяли такой, здесь вот сам рубанок, здесь инструкция, вот направляющие, ну вот мешочек инструкции. Но здесь вот самое важное посмотреть захват, какой захват. Ну, захват мы можем что? Ну, уже как станочек уже его не поставишь. Видите, только руками можно держать. Сейчас посмотрим, даже без инструкции возьмем рулеточкой померяем. Но нам здесь большого захвата и не надо. Так, здесь получается, вот видите, 80 миллиметров, ну, достаточно нормально. Значит, как положительно, очень легкий, ну, не знаю, килограмм полтора, может, даже нет, меньше, килограмм будет, наверное. Ну, сейчас посмотрим. Значит, в инструкции написано, захват его 8 миллиметров, глубина строгания, вот, погрешности, то все 5-10, уровень вибрации. Самое главное-то, что-то я и не вижу. Так, мощность его 600 ватт, скорость вращения, понятно, ширина 82 миллиметра, глубина строгания 2 миллиметра, ну, глубина строгания 2 миллиметра достаточно, я думаю. А вес ошибся я, 2,5 килограмма, ну, видать, сегодня я покачался уже, 2,5 килограмма. Ну, посмотрим, как они будут работать. Так, это мы убираем. Возьмем досточку. Значит, старый рубанок проверять не будем, потому что я им уже перестрогал. А вот новый, посмотрим. Главным образом я его приобрел, потому что на втором этаже там с доской работаем, и там кое-где надо будет подстрогать. То есть доска тоже не идеальная, где-то выступы есть, где-то чего. Значит, ручным рубанком там невозможно сделать, а вот таким, я думаю, будет нормально. Так, вот здесь получается, здесь вот больше-меньше площадочка, посмотрим сейчас. Ага, вот она, так, все. Ну, поставим на максимальное сразу, чтобы не мучиться, там на максимальное поставим. Так, о, гудит не очень сильно. Ну вот посмотрите, видите, было неровно. Вот один раз я только вот прошел, все очень хорошо. Ну вот сейчас еще раз повернем, значит, другой стороной. Вот видите, зазубрины какие-то там, неровности какие-то. Видите? Вот. Вот. Тоже один раз прошел, все очень хорошо. Очень хорошо, нормально. Нормально. Ну, сейчас вот единственное, что когда строгаем, значит, рубаночком, если, значит, доски были уже в использовании, надо внимательно смотреть, чтобы не было здесь гвоздей.
чтобы, как говорится, не было беды. Ну, посмотрим вот здесь. Вот здесь еще прострелим один разочек. Ну хорошо, достойно эти свои 2 миллиметра он берет. Я считаю, что хороший, удобный рубанок. Ну для сравнения, сейчас мы, конечно, включим и тот, попробуем, посмотрим, а потом, значит, сделаем выводы. Для сравнения. Ну этот, здесь видите, здесь вот переключатель, чтобы побольше, поменьше сделать. Вот, тоже побольше сделаем сразу. Можно и поменьше делать, но вот побольше сделаем сейчас. Только для сравнения. Ну это что-то большое, строгать им хорошо, так он тяжелый. Ну посмотрим. Брусок мы не закрепили, ну ничего. Вот видите? Значит, брусок это у нас получается, значит, толщина его получается 10 сантиметров, улитку куда-то уже засунул, 10 сантиметров, ну я знаю 10 сантиметров практически. Ну вот видите, хорошо прострогал, все замечательно, все хорошо. Ну и мощность у него побольше, но в то же время потяжелее. Значит, что, подводим итоги, буду считать. Оно, наверное, так оно и есть, что приобрели неплохой рубанок, который нам поможет при работе, при строительстве дома, дачи, гаража. Но видите, очень легкий, не шумный и достаточно удобный. Все, приобретайте рубанки, строгайте, стройте. До новых встреч!